Друзья, всем привет! Я сразу прошу прощения за мой голос, он охрип, просел. Я немного заболел, но тем не менее это не мешает мне останавливаться и двигаться дальше. И даже если это видео поможет заработать хоть одному человеку, прокормить себя или свою семью, то значит я точно нахожусь на верном пути и все это делаю не зря. В этом видео расскажу вам о лаунчпаде, который будет проходить на бирже Bybit под названием Open Blocks. И огромная к вам просьба, посмотрите это видео максимально внимательно и самое главное, не ленитесь, потому что наша жизнь не любит ленивых людей, не любит тех людей, которые никуда не вникают, не изучают, вкладывают слепо свои деньги, а потом удивляются и не понимают, почему они там где-то потеряли. Поэтому, если вы хотите зарабатывать в каком-то либо направлении, я рекомендую всегда изучать и вникать, прежде чем куда-либо вы вложите свои деньги. Итак, ребят, мы будем начинать, все это будет делать с помощью телефона. И в первую очередь необходимо будет иметь аккаунт на бирже Bybit. Если у вас нет аккаунта, вы можете перейти по моей ссылке и стать моим партнером. Те ребята, которые переходят по моим ссылкам, делают регистрацию, верификацию, у вас появляется возможность получать аирдропчики, различные бонусы, о которых я очень часто упоминаю в своем телеграм-канале. Ну, ссылка на которую находится в описании тоже под этим видео. Вы делаете регистрацию, вам необходимо или иметь e-mail, или мобильный телефон, то есть сделать подтверждение или по e-mail, или по мобильному номеру телефона. Затем очень важно будет пройти, ребят, верификацию. Проходится она очень быстро, вы отправляете фотографию своего документа, это может быть паспорт, загранник или водительские, и затем у вас верификация, как показывает практика, длится в течение 50 минут, но это проверка документов, и потом вы получаете статус, и соответственно у вас уже появляется возможность участия в лаунчпадах, но также появляется полноценная возможность использования этой биржи. В общем, далее необходимо будет нажать на лаунчпад. В главном меню написано «Launchpad», заходим сюда и затем видим новый лаунчпад названием OBX. Далее нажимаем «Участвовать» и мы видим условия, которые необходимо будет выполнить. Тут есть подписка BIT и также есть раздача в USDT. И теперь давайте я вам вкратце расскажу, что значит подписка BIT. То есть если у вас на балансе лежит от 50 битов, BIT это внутренняя криптовалюта биржи Bybit, то соответственно у вас появляется возможность эти средства просто удерживать, то есть вы просто удерживаете от 50 битов на своем спотовом балансе, и соответственно вы можете получить гарантированную аллокацию, все в зависимости от количества ваших битов, чем их больше, тем соответственно лучше. Но тут есть такой очень важный момент, что если у вас будут, скажем так, очень много битов, потому что я знаю тех людей, у которых там 20 тысяч битов, 15 тысяч битов, и соответственно у них есть определенные лимиты, в которые они упираются, и на один такой аккаунт могут вам выделить максимум 100 тысяч этих токенов. Это максимум, ребят, да, который нужно понимать. То есть если у вас есть огромное количество битов, то я рекомендую сделать, конечно же, несколько аккаунтов и заходить с разных аккаунтов. И также есть возможность участия в раздаче USDT. Для этого необходимо просто удерживать 100 долларов на своем спотовом аккаунте. То есть вы на своем спотовом аккаунте, сейчас я вам покажу где, вот в активах, спотовый аккаунт, вы тут удерживаете от 100 долларов, и соответственно вы сможете поучаствовать в этом рандоме. Но опять же нужно понимать, что разница между подпиской в BIT и раздачей USDT заключается в том, что в подписке BIT вы получаете гарантированную аллокацию, то есть вы точно получите какое-то определенное количество монет в зависимости от вашего холда этих монет, то есть удерживания их. И в раздаче рандомной USDT, удерживая там 100 долларов, не факт, что сможете что-то получить. Но тем не менее, я знаю тех ребят, которые участвуют в рандомных раздачах, потому что у них есть небольшой депозит, и они берут там небольшие локации, там от 10 там, до 15 долларов. И тем не менее, имея локацию даже на 10-15 долларов, вы в предыдущем лаунчпаде смогли бы заработать от 100 долларов до 150 долларов чистой прибыли. И это все реально, имея там несколько аккаунтов, то есть если даже вы пройдете регистрацию, зарегистрируете родственников, близких, друзей, кого-то, да, из вашего круга общения, сделав там 3, 4, 5 аккаунтов, как делают это другие ребята, и таким образом вы увеличиваете шанс получения рандомной аллокации.
В данном случае рандомная локация составляет 3000 монет OBX. Так что, ребят, чем больше аккаунтов, тем, соответственно, у вас больше шанса получить вот эти вот монеты рандомным образом. А если у вас небольшой капитал, условно говоря, там 500, там, да, в целом даже до 1000 долларов, то я все-таки рекомендую сделать большое количество аккаунтов и попытаться поучаствовать в раздаче. Потому что, опять же, если вы хотите участвовать в подписке, то для того, чтобы получить более-менее нормальную локацию, ну, нужно хотя бы там от 1000 долларов вложений в эти биты. И опять же, нужно учитывать, что бит он может просесть, и ваша 1000 долларов может превратиться в моменте 800 долларов. А если вам нужны будут срочно деньги на какую-то покупку или еще на что-то, то, соответственно, вы будете фиксировать это все в минус, и тогда вы уйдете просто в минус и не сможете на этом заработать. Поэтому для тех людей, у которых небольшой капитал, я рекомендую участвовать именно в раздаче. Если у вас есть капитал и вы готовы какую-то небольшую часть выделить на биты, как это сделал я, то, соответственно, участвуйте в битах и получайте гарантированную раздачу. Ну и, конечно же, многое зависит от самого проекта. Если у этого проекта огромная комьюнити, за ним много людей следит, там делает максимальную активность, то, соответственно, там повышенная вероятность заработка. Но в данном случае, в этом направлении я не вижу такой сверх хорошей активности. У них 80 тысяч человек находится в Твиттере. Это не так много. Ну и в целом я смотрю на их лайки и обратную связь от людей. Эта аудитория в целом она больше нагнана туда с помощью каких-то там аирдропов, гивов и тому прочее. Поэтому, что касаемо самого проекта, я не ожидаю тут какие-то сверхогромные иксы. Но, как показывает практика, те направления, которые листятся на бирже Bybit, они делают там от X2, X3 и выше. Предыдущий лаунчпад дал возможность заработка около 14 иксов в моменте. У меня получилось зафиксировать, у меня была локация на 5000 монет. И я вам сейчас наглядно покажу, что мне получилось продать. То есть вот я продал по 0,25, да, вот этот токен от игры Волкин в LKN. Далее 0,2. Ну, то есть я делаю фиксацию лесенкой, ребят. Если вы получаете локацию, то я не рекомендую фиксировать сразу все. Делайте некое разделение, половину там продайте по рынку сразу, как только эта монета начинает листиться. Далее я рекомендую продать там еще одну часть, потом еще одну часть. Не все сразу слить, ребят, не все сразу, потому что если начинает монета расти вверх, то вас окутывает фома, и мне это очень знакомо. Когда вы слили монету, условно говоря, там по 1 доллару, потом заходите через 10 минут, смотрите, эта монета стоит уже 3 доллара, и вы думаете, блин, я вместо 1000 долларов мог бы заработать там 3000 долларов, и начинает пожирать некая фома. Поэтому, ребят, это моя стратегия, это рекомендации, те, которых я сам придерживаюсь, они не взяты из воздуха. Что касаемо самого лаунчпада, тут мы видим, есть таймер, и после окончания этого таймера у нас будут идти снимки баланса, то есть средства должны находиться на спотовом аккаунте. По окончанию таймера снимков баланса появится кнопка «Зафиксировать». И это, ребят, очень важный момент. Об этом, конечно, я же расскажу потом в своем телеграм-канале, я напомню про это. И те люди, которые не нажмут на эту кнопку, соответственно, вы не сможете принять участие в этом. Поэтому, ребят, очень важно будет нажать «Зафиксировать». Далее будет период распределения, и 30 числа вы уже сможете продать эти самые токены по названием OBX. Эти токены у вас появятся в новой торговой паре. Вы можете нажать на график, далее нажать вот сюда и потом ввести OBX. Да, в данный момент их нету, они уже появятся 30 числа. Здесь, если у вас будут эти токены, то, соответственно, вы их сможете увидеть в своих активах на балансе. Ну и также вы потом сможете увидеть их в этой паре. И, соответственно, там уже примите решение, или продавать их сразу же, или оставить их на потом. В целом, друзья, самое основное я вам рассказал. Также в самом начале ролика я говорил, что те, кто переходит по моим партнерским ссылкам, становятся моим партнером, и у вас появляется возможность участия в различных аирдропах, раздачах. Вот, например, с предыдущего лаунчпада, который был от игры Волкин, ребята, которые принимали участие в этом лаунчпаде, они получили аирдропы. Вот, в виде 20 битов, получило 25 человек в рандомной раздаче. Вот, собственно говоря, я вас поздравляю. Немножко позже я выложу эту информацию в своем телеграм-канале. И, соответственно,
Да, это не такие большие деньги, но тем не менее это все приятно. Поэтому, ребят, не упускайте возможности, зарабатывайте, изучайте, не сидите на месте. Еще раз говорю, ни в коем случае не ленитесь, потому что из-за вашей лени вы ни хера не сможете нормально зарабатывать. Все, ребят, всем успеха, всем профита и всем всего самого наилучшего. Всем пока!